Быкова Елена Николаевна с 2000 года приобрела статус индивидуального предпринимателя, и ее основой специализации стала розничная торговля. С 2005 по 2015 год была собственником магазина в селе Туголуково Жердевского района Тамбовской области. Магазин для удобства сельских жителей был смешанным. В нем реализовались плодотворные и хозяйственные товары, товары первой необходимости, товары для дома и дачи. В 2009 году в торговом центре «Гермес» города Жердевки Тамбовской области текстильно-галантерейный отдел с товарами для шитья и рукоделия, где в широком ассортименте предоставлены лентоткацкие изделия, товары, выработанные из текстильной пряжи, нитей, ткани различными способами, а также товары для рукоделия. Отдел, который занимает Елена Николаевна Быкова, небольшой по площади, но умелая и рациональная выкладка товара обеспечивает привлечение внимания покупателя, удобство при отборе и максимальное использование площади отдела. Елена Николаевна постоянно расширяет и обновляет ассортимент товаров своего отдела, удовлетворяя тем самым широкий и разнообразный спрос жителей и гостей города. Товарооборот от предпринимательской деятельности в 2018 году составил 1 миллион 80 тысяч рублей. Елену Николаевну отличает умение оперативно принимать решения по достижению поставленных целей, способность адаптироваться к новой ситуации. Она активно принимает участие в различных мероприятиях. Покровская ярмарка, выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, областные фестивали, на которых она неоднократно получала дипломы и благодарственные письма. Елена Николаевна проявляет себя умелым организатором, способным находить и принимать верные решения в условиях экономической и финансовой нестабильности, чему способствует ее стремление к постоянному поиску новых идей, новаторских решений, повышению своей квалификации. Елена Николаевна Быкова на протяжении многих лет оказывает посильную помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, больным детям, а также участвует в благотворительных мероприятиях. В 2010 году была отмечена благодарственным письмом главы администрации Тамбовской области в связи с профессиональным праздником – Днем работника торговли. За добросовестный труд и достигнутые показатели по итогам работы 2009 года Елена Николаевна в 2010 году была награждена почетной грамотой Жердевского района.